Ok, porque джойстик. Он джойстик не хочет, что ли? Джойстик батонс сенсор. Джойстик батонс. 1, 2, 3, 4, 5. Факультет, факультет, да. Да ладно. Ты мне скажи, как тут можно под джойстик настроить или что? ВКонтакте. Пробовал? Или похер? Попробовал на клавиатуре. Так. Так, так. Это. Попробуем, что получится. Ни хера себе. Пошел за приседать и никто не убьет, походу. Ты это сама пиши, если что, скайп, ладно, я выйду из контакта. Там не спалит. Все, вставал, господа. Сложный босс вообще. Сложный.
ли Амазон ты помнил? Такая сяга она. Ем больно. Блин, это подарок. Лёха первый пошёл. Охереть. Та жизнь. Бля, круто, я хочу геймбой. Это у меня не просто 8 бит, это черно-белые 8 бит. Время 2 часа ночи, но похер, мы там гадим на геймбое. Оп. Ну, короче, приснять почаще надо. Никому убивать не буду. Мне кажется, может задрочиться, как бы.
Жарим, жарим. Хрена себе. Блин, заставки видео поставил. Level 2 листа. О, музон, бля. Лёха, я не понял, как тут на него забраться. Есть идеи? Да, вот я мудак. Это было бы вообще отлично. Ну, черно-белый еще, короче. Да, реально. Хотя вроде как-то не сложно. Оказывается. Ладно. Сейчас пойдем. Посмотрим.
если получится, вот, возьму на скинуть попробовать. В следующий раз более. Понял? Пердыстая. Ладно. Не, никогда не хочу. Пока нет. Да, посмотрим. Сейчас я буду как наносить его как Чип и Дейл. Самую легкую часть не подкинул. Ну ладно, все равно интересно. Пердыстый. Угу. Yes, no. Я теперь, кстати, буду все время так говорить, когда я проиграю, буду говорить пердыстый. Ух ты, какой!
Я просто не понял, как он был сначала. Ты просто налег на меня, кажется. Сложный скинус просто. Блин, надо мне же сюда идти. Так. Только не говори, что есть континуум, это эти умали. А, перелисты? Перелисты, это хорошо. Сейчас пройдем. Да, тут тоже сложнее, конечно. У него прыгать поприятнее. Охуеем, бля. Поднимай трубку. Нормально все, чё? Нормально все, чё? Thank you.
минус 16 вроде. Вроде нормально все. Угу. Песчанка снизу, это куда? Ну ладно. Кто нас там еще сможет? Какой-то инкогнито. Кто нас еще смотрит, отзовитесь. Напишите в чате. Вот у нас First Run игры. Первый раз вообще в ней играем. Да. Фига графон, да ё-моё. Запределся. Пойдем сюда. Да я сам как. Я у вас еще я. Замес, конечно, вообще хренский. Так и не дали убежать. Да.
зачем-то. Дело времени. Куда-то нахуй, в принципе. Да, тут музыка, конечно, убегает. Особенно вот эта фигня, которая пищит снизу. Пердиска, блядь. Она пердиска, блядь. Совсем пердиска. Лёх, ты её походил, да? Лёш, подходил я? Возьму поаккуратнее. Ну, здесь-то был? Прохождение не смотрели. Уже с обладой играем. Это он не Skyrim. Вообще, кем бы это был, я в руке не держал. Что это как последний уровень какой-нибудь. Угу, да. Штучка случайно. Я грабля, блядь, на эту кнопку нажал, сука. Ты пердиста, блядь. А нет. Пердиста. Thank you.
музыка такая даже похожа, как Шатахэль, как будто. Да, бля, как тут вообще? Ой, бля. Что за ниндзя бабочка, бля? Как убить, я не понимаю. Так, как же убить-то нам? Версия 7. Хардкор. Прям так и прет. Да блин. Каналы, да, тоже. Бля, вот здесь вот я точно лайкнусь. Штуки. Немножко терпения. Сейчас потренируемся, потом уж. Да, если бы не было патронов. Да, без континус. Без континус был бы жопа. Ладно, задрочусь. А, он не убивает. Так, босс, как его убивать, я не понимаю.
на детство-то, на дед. Блядь, ага. Больше голову походит, как убить. Короче, надо полной жизни здесь, наверное. Через, не знаю, как убить. Перепрыгнуть через эту... Через этот мир, наверное, не вариант. Хотя вот так можно сделать. Я стратегию. Все понятно. Точно. Сначала приседать, потом перепрыгивать. Все понятно. Потом опа. Все, хана ему. Последний босс. Охереть. Листо. Я хер, еще пятый наверняка будет. Ого. Ладно, поехали. Ну, музон-то. Музон вообще. Поехали. Кефиру дайте! Ладно. Пердисто. Ой, мы бы кошака бы увидели. Кверху жопы. Thank you.
Леха, сколько уровней в этой игре? Что? Прохождение 5, наверное? Вроде мне скажи, что это последний. Секрет. Судя по музыке, это последний. Иначе будет полный пердис. Совсем не, кстати, как раз. Ладно, буду дозвониться. Ты-то спать-то вообще собираешься? Да я тоже, наверное, не буду ложиться, поэтому это. Ну и что, я буду названивать туда, позвоню тебе. Ну, по-моему, к 6. Подожди-ка, у тебя выходной был воскресенье, да? К 6. Да, к 6 приходи. Все. Да, мы с 6 работали. Ну все же. Все, так что спи, давай к 6 приходи. Ага, пока. Вот они волкают. Сейчас не бежит. Ух ты, бля, какая херня. Да бля, вот это тут. Внизу смотри, кинь такой. Давай. Сейчас сам себе пернистый сделаю. Ну. Даже на НЕСовской версии нет лифтов никаких. Отец-пердистер.
Пернистый. Господинство. А я пойду нахуй. До босса доползти. Последняя жизнь.
О, сейчас босс будет. Лёха, последний босс, наверное, стопудово. Лёх, он стопудово последний босс. Да, это последний босс, по-любому. Это последний босс. Чёрт? Чёрт? Да, это точно последний босс. Ладно, пошли. Можно посмотреть так, куда это босс. Ох, да. Алексей Сергеевич, такой. Какие лекции по тактике последнего босса? Что тут постреляет рандомно? Может постоянно вижу? А ты на кожу подхожу, как? Просто как я кожу. Это, не знаю, Билл Гейтс. Задрот не помнится. Стреляет он на бомбу, да. Можно постоянно выдать. Сегодня канал стриминга будет музыкальным. Ой, Алексей, ты все тоже такой. Блин. Как поржать охота, мне все спец. Ну слышишь, как? Thank you.
молоко. А то пернисто будет. Уверен, что глоток молока спасет Гайдена. Хаябуся. Надеюсь, он вживую смотрит. Николай Хайбуса.
Да, может посмотреть, может, как тактику в интернете взять у него. Может, здесь какое-то место есть, куда он не попадает, блин. Либо убивать только магией. Так. Ну-ка, гляну-ка я тактику. Быстренько. Пока у меня одна жизнь еще есть. Так, Лёх, что-то пишет. Попадает он везде, да? Сейчас мы глянем. Как убить-то его? Шадоу. Угу. Нашел. Так, смотрим. Я смотрю сейчас как раз. Вон, смотри, что видит. Ах, ладно.
Ладно. Диска так, диска. Ай, да. Сначала так. Магнитная приятная буря. И была на больше вообще не понравилась. Я уже прохожу этот уровень. До босса, по крайней мере, быстрее дохожу. Сажу. Надо же ключик скачать.
Сейчас опять не помню. Так и касание не убралось. Лёха, надо пойти, надо. Ты
эту штуку надо собирать и покупать. Ладно, я просто. Все. Да, я взял только что кефирчик. Чё ж тебе сразу сказал? Тебе придется. Ну, допустим, если вот этого первого я еще не смогу убить, возможно. Thank you.
тоже подарки. Шифу, что пойти это иду. О, дух мастера шифу. Да и миссия. Thank you.
я же значит, здесь можно сохраниться, да? Мой монитор. Здесь сохранится. Тёплый. Как сохраняться-то? Файл. GB2. Load. Go. Soft. Hard. Load. State. Soft. Hard. Pause. Video. Sound. Help. Ох, где сохраняться? Close. Room. Info. Directory. Soft. Hard. Пауза. А вот сейф. F2. Ну и, допустим, я сохранился. А вот F4. Ага, файл. Файл. State. Нет, System State, вот я вижу. Ну, в сейф сохранил. А вот F4, да? Ну, попробуем. Сейчас, ну, сначала попробуем, чисто босса долбить. Ну, вот этого я уже убиваю, нормально. А вот второго, бля. Это уже плохо. Вот F4.
Ой, блядь, ого. Так, Лёха. Пожалуйста, посмотри.
папой, это как он этот самый. Как там, в какой. Так, смотрим. А вот спускается форма. Ну, конечно же. А, так. Ниже. Либо. Все руки опять перепрыгивают.
так вот, господа офицеры, путем забранства, ферст рана и, наверное, часов двух, наверное, прохождения. Все-таки я допинали. Допинали такие эту игру. Котобуки. Леха, а еще версия Дайдена есть? Третий? Не знаю, кто-то у нас сейчас смотрит. Кто-то нас смотрит, а? Сейчас мы тут распознаем. Не знаю. Пишет только нас двоих. Или кто-то еще смотрит нас. Третий. Кто нас там смотрит? Еще один человечек. Отпишись хоть. Стесняйся. Значит, может, не зарегистрированный просто пользователь. У меня отображается. Ну ладно, ничего. Скоро. В ближайшем будущем сделаем более чистое прохождение от первого раза. О, Леха, какие смс? '98 год. А тягуха-то не старая, в принципе. А что это такое нарисовано? Я не понял. А, маска какая-то. Sega Master System? Ага. Может, завтра, если не вырубят меня завтра после работы, может, застримите. Я тебя хоть знаю, как чё убивать. Чё, всё, наверное? Да нахуй, всё это?